Так. December 19, 2021, Харьков, 20:23 по Киеву. Харьков, Дубль 3 и Сочи 400. Ух ты. Алло. Батя, я прямо сейчас запись веду. Давай по пожадию перезвоним. Я прямо сейчас видео записываю. Луну. Ты видно у тебя луну? Или облака? А, ну я снимаю Сатурн и Юпитер. Давай я попозже перезвоню. Да, да, матери отослал на Фейсбук. Спроси у матери, ты сам не разберешься, отец. Зайди к матери в аккаунт, и там будет в сообщениях. Так, лирическое отступление. Очень-очень крепкий ливень прошел. В Харькове. Я не знаю, наверное, может даже и слышно будет на записи, как с деревьев стекают капли. Капают, шлепают. Все равно кажется, что кто-то к тебе подходит. Благо. Я на природе времени провел больше, чем хотелось бы. Примерно представляю себе, чем отличается шум капель от скачущего галопом ежа по посадкам. Так, очень мне нравится. То, что я вижу, но надо еще уделить внимание Сатурну с Юпитером. Ой, а то я не смогу от Луны оторваться, я себя знаю. Хорошо. Как-то так надо подстроиться. Ноги как у коровы на льду, все скользкое даже. Щебень с цементом жесткой позиции не дают. Так, до Луны было 380, по-моему, тысяч километров сейчас. Мимо. Опять мимо. Кто-то решил меня с удовольствия снять. Так, 1 385 000 000 км. Да, ну вот в прошлом дубле, где ИСУ было. 6400. О, машинки приехали. Там видно было даже
спутник Титан над Сатурном. Мутно блекло, но было. Так, поехали. К Юпитеру и Галилеевым спутникам. Так, не могу знать, видите ли вы сейчас прямо по центру экрана внизу. Это Каллисто. Левее появился более яркий. Это спутник Ио. Дальше идет наш красавец. Вижу его полосы. Экваториальный Юпитер. И сейчас будет Европа, а за ним Ганимед. Вот Европа. И вот Ганимед. 4 галилеевых спутника в наличии. Можем спать спокойно. Сейчас. Я уменьшу выдержку, дабы посмотреть на экваториальные полосы Юпитера. Жертвуя спутниками, вернее их видимости. Ну все, вот он вползает, наш золотой газовый гигант. ИСО 400, не 800, ИСО 400. Ну неожиданно, такой ливеняк, а такие тучи, такая гроза. И на тебе даже через эти испарения. Сейчас я ну, наверное, лучше не будет. Да, ну помимо того, что в окуляр видно вообще лучше, чем на экране через YouTube. Кроме того, YouTube еще какое-то время обрабатывает видео. И поначалу оно вообще в очень нехорошем качестве. Со временем уже можно посмотреть хотя бы приблизительно похоже что-то на то, что мне получается видеть. Через окуляр. Так. Ох. Как я балдею от этих полетов на Луну. Бах, и ты там. И ветер стих. Да не, ну это просто подарок какой-то от матушки природы. Сегодня смотрел. Я сейчас снимаю на месте, где возводится жилой массив. Стою на проложенной, но еще не заасфальтированной дороге, на щебне, на цементе. И сегодня просматривал фотографии 10-летней давности. Здесь еще полуразрушенное депо стояло. А теперь здесь просто высотки торчат. Одна на другой.
Поразительно, как все поменялось. Ну, в данном случае я даже благодарен, что есть такая возможность стать не по колено в чернозем наш украинский. Тут его метр подо мной чернозема, когда стройка велась, я, конечно, прозревал. Тут метр чернозема натурально. То есть провалил себя со штативом и совсем на свете после такого дождя. Вот Аристарх. Не налюбуюсь. Сколько я забыл? 3000 километров, по-моему, Луна. В диаметре. Да. Ну, опять же, не идеально чистое небо, что понятно после дождя. Но все равно красота.